в эфире Первого канала, во время программы «Время покажет», во время моей дискуссии с польским националистом Томашем Мацейчуком, который задал мне вопрос: «Армяне друзья России?», я сказал: «Армяне – это враги России». Это враги. Что тут не так? А Карабах, чей? Я, естественно, сказал, что Карабах – это территория Азербайджана, потому что де юре Карабах – это Азербайджан, и все мировое сообщество считает его Азербайджаном. Но, сказал я, судьбу его будут решать, безусловно. Я считаю, что они могут решить. Россия, Турция и Иран – три государства, в разное время претендовавшие на Карабах, имевшие к нему отношение. Османская империя формально никогда не командовала Карабахом, не руководила им, но там была династия Кашгаров, тюркская, которая имеет отношение там, ну, не к османам, но, в общем, к тюркскому миру там, и так далее. Я считаю, что Карабах принадлежит, если уж кому он принадлежит, и всегда принадлежал, до всех государств на земле. Это он принадлежит азербайджанцам, которые туда изгнаны и которые должны туда вернуться. Я выступал и выступаю за то, чтобы каждый человек, который считает Карабах своей родиной, армянин ли он, азербайджанец ли, русский он, курд ли он, талыш ли он, я перечисляю народов, которые там жили, удин ли он, там, или лезгин ли он, или кто угодно, еврей ли он, мог туда вернуться и жить, чтобы Карабах был домом для всех народов. Безусловно, я не националист, не русский, не армянский, не азербайджанский. Я считаю, что должна быть на земле справедливость, и что вопрос Карабаха нельзя решить насилием, войной и отъемом его у кого бы то ни было. Поэтому еще раз я резюмирую. Карабах – это Азербайджан, и все мировое сообщество считает его Азербайджаном.